Я волшебник. Абра-када. Сейчас быстренько разденься, проведись до супермаркета голым, укради там фейерверк, встань на обочине МКАДа и стреляй из него по фурам. Я не буду. Оперативнее. Меня зовут Мух. Джеймс Мух. И хорошо, не заводи меня. Утром приказ пришел о присвоении вам звания генерала. У него просто временный паралич, вызванный такой новостью. На днях в Москве ограбили крупное ювелирное предприятие. Камней было на миллионы долларов, представляешь? Можно вас позвонить? Ну, конечно. Говорят, похожих людей видели в окрестностях Барвихи. Если попытаются сбежать, убей. Это вообще не в духе праздника. Если что, пристрели их до 12, чтобы все плохое осталось в старом году. Ты как-то странно выглядишь. Нормально себя чувствуешь? Патронов нет. У меня тоже. Да вы где? Мы расстреляли снеговика. Вы не волнуйтесь, доедете с нами в тесноте меня долбить. Чего? Вы в тесноте-то не в обиде. Мадам, а вы слышали, что есть мнение, что лысоватые мужчины более страстные любовники? Лысые, они не лучше волосатых. Я читал статью научную. Они даже наоборот, вялые. Мухич, неси что-нибудь покрепче. Ребят, что происходит?